Заехали в Балабино. Вот так сейчас все это выглядит. Игорь, как обычно, в мусоре копается. Он не умеет стоять на месте. И металлоискатель, нельзя ему в руки давать. Будет все выкапывать. О, это интересно. Ну, как вы поняли, туда не пройти на косу. Здесь такое болото, грязь. Может, немного сейчас пройдемся по берегу, глянем. А так сейчас поедем в Кушугум. Там может поинтереснее все быть. Сейчас находимся между, получается, Балабиной, да, и Кушугумом. Да, между ними. Ну, тут вплавь не перейти. Возможно, там сейчас пойдем глянем. Но пока что такой вид. А глянь, тут, в принципе, тоже было глубоко, да, получается? Такие обрывы идут. Да. О, тоже лодка или что? Ну, и железо. Или из дерева. Железо с дерева. На лодку, да, похоже? Или она железная? А, это интересно, что тоже лодка. А, ну да, тоже лодка. Я думал, как причал идет. Но тоже лодка. Ну, это деревянная, да? Ну, вот дерево, да. Ну, да, это лист. А, это не лист. Я думал, это лист железа. Ну, это непонятно что. А что это вообще такое? Фанера. Да, ну тут, глянь, сплетено, типа. А. Две лодки сразу, да? А, ну это получается дно, а перевернуто. Пойму. Вот еще лодка. А рядом еще, не еще одна лодка? Это может еще раз. А, ну красивая часть. Ну да, это ее часть. Прошли сюда немного, на ту сторону сходили. Там ничего такого интересного вроде нет, ну, возможно, что-то есть там интересное. Но мы, скорее всего, сходим туда, посмотрим, что там. Наверное, да. Жабы прыгают. Вот такой обрыв идет. Тут находится Балабинская коса. Вот такая пустошь. Сейчас попробуем перейти. Туда мы не сможем перейти. Попробуем перейти здесь. Вот так виднеется Балабинский залив. Воды нету. Ну там, если вдали, может, какая-то вода есть, наверное, там по колено все. Вот тут такая небольшая протока теперь. Можно, конечно, и походить, побродить. Попробуем перейти, в принципе. Хотя там вода. Поднялись через эту дорожку. Нам партнеру повезло. Потому что если мы возвращались там, где мы спускались, точно были все в грязи. Ноги мокрые. Вот, просто гляньте, между Кушугумом и Малокатериновкой. Пустыня. Такие большие участки. Нереально пройти. Сильно густые камыши, дорожек мы не нашли. И думаю, если мы даже прошли бы в заливы небольшие эти, то там провалится по колено. Тут земле сохнуть еще очень-очень долго. Даже можно не приближать, потому что там вообще ничего не видно, даже другого берега. Находимся в Малокатериновке.
Вот реальность Каховского водохранилища. Воды нет. Небольшие остатки есть. Протяженность очень большая. Если приблизить к тому берегу, может, то, что виднеется. Ну, на камеру так не передать масштаб. И насколько тут все стало сухо. Получается, такая была площадь, затоплена водой. Сейчас спустимся вниз. Машине не получилось проехать. Ну, спустимся. Проверим. Вот, спустились ближе к берегу. Такие камни. Сейчас можем чутка пройдемся. Вот так вот. Теперь смотрится Каховское водохранилище. Вот, идем, сейчас мы попробуем туда пройти немного. Потом поедем немного чуть дальше. Глянем, что там. Не очень удобно ходить по таким камням. Да, с металлоискателем интересно тут походить, поискать. Но сохнуть это все будет очень долго. В принципе, какие-то следы идут. Или это не следы? Вроде как следы идут. Ну, походу. Или наоборот, качали воду. Ну, а прошлись вперед. Вроде какие-то ямки есть. Может, кто-то что-то искал. Ну, как-то следов нет из ямок. Там что виднеется. Непонятно что-то. Мы, наверное, сейчас возвращаемся и проедем вперед дальше. Подъехали в конец Малокатериновки. Там слышно взрывы. Так нехило бахкает. Напротив уже находится Васильевка. И вот тут тоже нет воды. Все сухо. Лей. Там идет как курган, да, вот так вот, и смотри, с таким выемкой такой. Сейчас немного походим здесь. Вот какой металл торчит. Ведро. Да. Не, ну тоже следы есть. Я вот уже и пойду проваливаюсь. Скорее всего, зимой, когда оно все промерзнет, кладоискатели только так поуходят, будут копать. Да, но у меня сейчас их нету тут, поскольку, наверное, проваливаться по пояс можно. Вот такие причальчики. Идем по рельсам.